Лицом ко мне. Продолжаем, продолжаем. Упал. Берем на середину и продолжаем. Вроде неплохо, но высоко растешь. Лучше, но постоянно ходит. Раз постоянно ходит, значит, что время. У Олеси вроде бы идет, у нее получше. Конечно, она что ли? Молодец. Но она немножечко высоко. Стоп! Стоп! Смотрим на меня. Значит, какая оценка тебе? Картина 2. Высоко держишь ракетку. Значит, оценка тебе шасса. Ушла сила. Беатрич. Стоп. Ты когда набиваешь, ты ходишь все время. А если будет 10 человек, значит, ты будешь все время от кем-то ударять. Значит, ты не центром бьешь. У тебя мяч прыгает в сторону сюда. Не центром бьешь. Значит, ты не так или так бьешь. А, нет, тебе, Руслан, тебе оценка чинь. А я оценка шасса. Ушла сюда. А, Олеся, ты начала хорошо, а потом что-то сюда, что-то сюда, но стояла на месте. Значит, в конце не очень хорошо. Оценка чинь. Ушла. Выходит Михаила. Уходит Жасмина, выходит. Аделина, пожалуйста. Мы тебя ждем. Аделина, мы тебя ждем. Жасмина, чем ты? Чем ты вот там? Вот это вот называется татами. Так, приготовились. Сами считаете, упал, продолжаете считать. Батюшка! Выше надо, Михаил, чем ближе, да? Хорошо, что там был мягкий мяч. Стоп! Стоп! Мате! Значит, тебе. Близко, вроде этот. Патрик. Ощутаться. Тебе три. Тебе три. Ушли сели. Боец. Боец. Туда и туда. Вот посмотрим. Готовы? Хаджина. По сутовой. Мате, то, значит так, Григорий, тебе патру. Что? Иди сюда, тебя ударят. Ты пока не играть не умеешь, Эдис. И как тут я? Дамян. Значит, Дамян, оп. Теперь вы подходите туда, ставите ракетку и мячик. Ставите ракетку и мячик. И разбирайтесь. Три девочки здесь, три пейки, три пейки там, дой боец там. Да, пожалуйста. Да. Ну, я покупал по 10 лет. Да. Ну, подарили нам. Так я ходил на том базаре, да, это уже. Я купил сколько? 6, 100 лет. 12, конечно, дорого. Нет, это еще дешево. Стоп. Девочки, третья, там Аделина, там Жасмина, Олесника, туда. А остальные здесь, девочки. Так, легли на живот. Девочки, давайте потом будете разговаривать. Сюда, туда. А, три здесь, три туда, девочки. Боец, туда. Петя, туда. Лицом ко мне. Фурба. Чей? Да. Возьми. Значит так. Чинч, плоты. Готовы? Да. Че? Уно. 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 Дой. Три. Патру. Чинч. Спинаря. Аделина, почему болят? Мышцы растут. Так надо, чтобы болели. Спинаря. Аделина, спинаря. Спинаря. Инверс. Итак, пресс. Чинчой. Пошли. Уно. Дой. Три. Патру.
Чиш, стали. Ашизей, чинчу, и готовились. Уну, дой, три, патру, чинч. Алисенька, ой, Бетрище. Давай мы с тобой договоримся так. Ты делаешь красиво и очень редко. Хорошо? Алло. Чуть-чуть делай побыстрее. Бери на живот. Кто ты? Кто он есть? Кто он есть? Вот ты. Готовы? Где чуваш? Отсюда. Уно. Дое. Три. Патро. Чинч. Шаса. Шапка. У. Ноу. Георгий. Григорий. Да. Ну так делай. Где делают? Здесь. Девочки делают ниже, чем ты. Ты же можешь сделать, я же видел, что ты можешь сделать. Давай. Давай. А мы посмотрим. Давай, ты чуть-чуть. Ниже, ну. Ложись, ложись, ложись. Ложись, ну, жжет. Давай. До конца ляжь, потом встань. Ложись. Братан. Пуни. Жжет. Вот, уно. Еще. Двое. Три. Патру. Молодец. Чинч. Так, пресс. Пресс. Джоэ. Десять. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шап. Хо. Богу. Зечь. Встали. Качайте пресс, а то будет пузо, как у меня. Эй, да. Красиво делаем приседания. Ашизе, для чего? Пошли. Уно, дой, три, патру, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, зече. Понял аборт. Это на живот, правильно? Двери на живот. Понял аборт? Нет. По лбу не надо положить. А как лечь на живот? Кулкацкая булька. Да? В общем, кулкацкая булька, а еще двери на живот. Да. Значит так. Девочки. Так. Пятрич, сюда. Скажи, пожалуйста, мама есть? Да. Твой там, да? Нет. А кто твой? Никто. А как ты? Откуда же ты там, овощи, фрукты? Ну, из бабушки. Бабушка? А представляешь, бабушка несет арбуз, да? 5 килограмм, да? 3 килограмма перца, да? 5 помидор. Бабушка несет. А вы дома сидите, да? Беатрич, бабушка пахает, а ты не можешь... 5 раз отжаться, а бабушка арбуз несет 5 килограмм. Я офигею. Ты же тоже будешь бабушкой. Тоже будешь носить. Поэтому сначала ты сильно. У тебя будет семья. У тебя будет дети. А его надо носить. Да, он плачет. О-о-о-о. Муж и будет носить. А дальше еще. Потому что маленькие дети привыкают к маме. И до 2 лет они и папы. И так. Это не будешь папу кормить, правильно? Никто не после. Поэтому они, когда папа берет, они считают, что еще больше кушать. Поэтому до 2 лет ты будешь его носить где-то. А если будет у тебя ручки слабые, то съешь. Я бы целовала бы. А раз целовала бы лет, и бог не сделает. Если ты будешь покушать, муж уйдет, будет голодный, будет злой и уйдет от тебя. Да, тогда же здорово. А, молодец. Еще раз. Быть обязательно сильным. Эй, зачем вам нужно быть сильным? Кто сильный? Тому на уроках учиться не надо. Он сильный. Он послушал, все запомнил. А кто слабый? Приходится дома учить. Так, сейчас я даю. Дай мне мяч. Сейчас, блин, я вам показываю. Ну, да. Спасибо.
Еще раз. Тревой. Сус, тревой, жут. Еще раз. Вот. Раз. Опять место на исходе. Опять. Раз, два, три. Бей отсюда. Раз, два, три. Останавливаем. Или уровой, или двое, или три. Больше не надо. Еще раз. Вот. Раз. Уходит мяч. Вот, например, да? Раз уходит. Возьмите его еще раз. Раз, уходит. Ага. Пока, видите, я не развялся, поэтому мне тяжело. Уходит. Раз, уходит. Значит, надоело. Снизу. Раз, два, три. Сыне. Девочкам дай. Так. Вон возьми мешок. Дай девочкам мяч. Не красный. Быстрее. Раз, 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 раз каждому дал. Все, давай следующего. Все, встали, пошли. Лицом ко мне. Три сверху, три снизу. Пошли, пошли, отдалили, они сидели. Пошли. Иди сюда. Залейте сюда. Залейте сюда. Бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом, дай. Все, мне еще нет. Вон, вон мечи. Мама. Мама дома. Пойдешь, мама. Меня дома. Так, выкинули. Потому что я не снимаю. Ну зачем? Сейчас случайно. Скажи, пустя, пусть я же слежу. Подожди. Я все сделаю. Еще раз, иди сюда. Оп, иди, нужно одна переделка. Вот так. Вот так и делай. А вот здесь. Хорошо? Все. Аделина ко мне. Аделиночка ко мне. Чуть-чуть прямые. Время приема. Раз.
Хорошо. Матвей, ушли вместе с мячиками. Ушли. Вы видели, как это, да? Преподаватель физкультуры Андрей Толмазан. Пожалуйста, пошире сели. Вот. Он очень не любит, когда не умеет играть в волейбол. Он не любит, когда на скакалке не умеет играть. Я вам скажу, его девочки делают по 170 раз в минуту. Боец, Петя, ты не знаешь. Значит так, пожалуйста, Аделина сюда. Жасмина, Аич. Так, и Руслана сюда. Значит так, вы делаете 30 раз. 3 раза так. 3 так. 3 так. 3 так. 3 так. 3 так. Готовы? Еще раз, ко мне ближе. Чем-то встань, чем-то. Вот так. Готовы? А мы посмотрим. Так же мы. Пошли. Сверху, снизу. 2 раза или 3 сверху, 2 снизу. Пошли. Играем, играем, играем. Жасмина, уно. Да, 3, 3. Дой, 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 дой. 3, 3. Аделина, так, смотрим. Давай, давай, на оценку, я хочу оценку поставить. Оценку ставлю. Сверху, снизу, сверху, снизу. Жос, жос, сус. Сверху, снизу, по одному разу. Сверху, снизу, сверху, снизу. Аделина, один раз сверху, снизу, сверху, снизу. Давай. Ну, ну, раз. Ну, считаем. Жасмина, считаю сверху, снизу. Давай. Уно. А сверху. Смотри, сверху, снизу, сверху, снизу. Матвей, ушли. Следующие девочки. Петя. А, Жасмина, Аделина и Руслана. Зеро. О, как? Ты сколько раз сделала сверху, снизу? Ноль. Олеся, о, Руслан? Да. Да, знаю. Сверху, снизу? Да, и так раз, три раза, и так три раза. Ни разу не видел. Может быть, я прошляпил, пожалуйста, сюда, Александр. Вперед, ковер, центр. Олеся, центр. Михаил, центр. Значит, может быть, я задание неправильно дал. Посмотри на меня, для встречи. Да. Один раз сверху, один раз снизу. Раз, 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 раз. Готовы? 30 раз. Пошли. Сверху, снизу, играем. Сверху, снизу, сверху, снизу. Играем, играем. Ну, давай, 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 еще, еще. Один раз, второй, третий. Эй, девочки, не умеем волейбол играть. Ну, снизу, сверху, снизу, сверху, без перерыва. Так, стоп, мате. Так, зеро, зеро, зеро. Ушли. Пожалуйста, этот, боец, пожалуйста. Жукен лобалей, пас, суд, пас, жор. Пас, суд, пас, жор. Посутывой. Так же. Снизу, сверху, снизу. Руслан, пожалуйста, встань, я посмотрю. Ну, 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 давай. Один раз сверху, один раз снизу. Один раз сверху, один раз снизу. Давай, давай, боец, давай. И снизу, снизу, смотри, снизу, сверху, снизу, сверху. Смотри, ты за сторону. Ну. Ну. Сто, мате, Руслана, уно, зеро, зеро, ушли. Я, да, я извиняюсь, зеро, да, зеро, уно, да, уно. Значит, сейчас, а, я извиняюсь, сейчас все легли на живот. Раз, легли на